осветительные столбы, которые были поставлены там 50 лет в ЛКСМ, Комсомольска, Комарова, пешеходные зоны, они на чем балансе стоят? Они вообще-то очень тяжело, А как они потребляют электроэнергию, кто производит гарантийный ремонт, если они на чем балансе не стоят? Что касается гарантийного обеспечения, здесь никаких вопросов не возникает. Организация, которая проводила работу, была вполне. Я просто сейчас затрудняюсь ответить, взяли ли мы на баланс, потому что у меня на рабочем совещании этот вопрос озвучили, чтобы они приняли, комитет по имуществу передает, а следующее на обслуживание, надо будет спросить. Я пока затрудняюсь ответить. На следующей планерке на этот вопрос отвечу. Что касается по гарантийному обслуживанию, повторюсь, никаких вопросов нет. Подрядчиков я знаю, кто выполняет. Если случается отключение, то по телефонограмме направляется информация, ответ работы выполняется. Павел Степанович, чтобы гарантийные обязательства соблюдались, нужен хозяин, который подаст претензию, чтобы нужно что-то выполнить. Если хозяина нет, как они выполняются? Ну, значит, не выполняются, правильно? Я еще планирую, хорошо.